Нурсултан Назарбаев сегодня озвучил оптимальный уровень добычи нефти для Казахстана – 2 миллиона баррелей. Такое заявление глава государства сделал на Евразийском форуме развивающихся экономик, который проходит в Астане. В столицу Казахстана съехались более 200 экспертов. В целях визита – прогнозы дальнейшего экономического роста развивающихся стран. Сегодня главной темой для дискуссии стала стратегия «Казахстан-2050» и вхождение республики в тридцатку развитых государств. Мнение экспертов законспектировал Дамир Айдаров. Евразийский форум развивающихся рынков. Для Казахстана это новая диалоговая площадка, которая впервые состоялась на территории стран СНГ. Главная тема обсуждения – стратегия «Казахстан-2050». Свое видение вхождения нашей республики в топ-30 развитых стран экспертам представляет Нурсултан Назарбаев. Для нашего общества это не какая-то разновидность утопии. Четкая историческая вершина, которую нам жизненно необходимо и важно преодолеть. У меня нет сомнений в том, что только покорив ее и став одной из трех десятков наций-лидеров, мы обеспечим уверенное будущее и процветание нашего народа не только в 21 веке, и в дальнейшем развитии. Для достижения амбициозной цели придется много потрудиться, пересмотреть ориентиры в экономике и, самое главное, уделить большое внимание на развитие человеческого потенциала. Нурсултан Назарбаев ставит в приоритет доступное и качественное образование. С ним согласны эксперты. Будущее строить должна молодежь. Образование молодежи является важным для такой страны, как Казахстан, потому что если в государстве всего лишь 17 миллионов населения, то каждый человек играет огромный вес. И только посредством полного задействования всего потенциала вашей страны путем представления высококлассного образования на всех уровнях вы сможете достичь той цели, к которой идете. Для того, чтобы нефть все меньше играла ключевую роль в доходах государства, в стратегии 2050 на первый план выходит энергоэффективность и альтернативные источники энергии. Для развития этого сектора сегодня президент поручил создать профильное агентство и специальный фонд. Сегодня нефть играет большую роль в мире, и в этом ваша сила. Но через 30 лет, наверное, появится новый источник энергии. Если мы будем полностью полагаться на нефть, то к тому времени мы можем попасть в непростую ситуацию, и поэтому важно все время меняться. Мы должны учитывать окружающую среду, поэтому стратегия должна иметь цель, которая может меняться. Кроме уже поставленной задачи войти в топ-30 развитых стран, Нурсултан Назарбаев сегодня озвучил и еще одну амбициозную задачу – войти Казахстану в G20. Если немножко помечтать, то в 2050 году правительство подведет итог исполнения этой программы. И сегодняшний студент, а тогдашний историк, запишет в своей статье, что в 2012 году тогдашний президент такой-то предложил нам эту программу. Вот мы его выполнили. 18-й по счету Евразийский форум развивающихся рынков продолжит свою работу завтра, но пленарные заседания состоятся уже за закрытыми дверями. Таков формат мероприятия. Дамир Айдаров, Адай Абдильдин, Жалгас Айылбеков, 7-й канал.